Так, 21 апреля, редчайшее астрономическое явление в Харькове, безоблачное небо по нашим временам. Событие, конечно, не астрономическое, атмосферное, 20.18 по Киеву в Харькове, но без чистого неба никаких астрономических явлений нередких, не нередких по понятным причинам нам не видать. А погода нас что-то совсем не балует в этом году. апреля 2021 года. Много чисел, 21, наверное. И наконец-то появилась наша красавица. Вот я чуть-чуть выдержку поменял, приуменьшил. Ай, какая ты моя золотая. Да, ну ИСУ сейчас 800, поэтому этот дубликороткий тестовый. Сейчас переключусь, просто чтобы показать, какой в Харькове красивый закат. Двое суток непрерывного ливневого дождя внезапно совершенно сменились на, ну как сказать, дырку в небесах, по-другому не скажешь. Слева, справа везде тучи. Смотри, какие тучки красивые. Ой. И как они активно по небу шпарят. А? На фоне... Видно хоть что? Видно. На фоне деревьев вообще замечательно видать. Деревья у нас стационарные, потому как Харьков район сейсмически безопасный. Вот смотри, белокрылые лошадки, пегасики наши рванули. Ну, счастливой дороги. Так, где наш Марс? Сейчас оттуда тучки еще не совсем хорошо разошлись. До Марса, ребятки, 290 миллионов километров. Это ужас. Потому как в октябре я его снимал, он был на расстоянии 60 миллионов километров. Видно было ледники. Ну ладно, подождем получше времени. Мимо. Опять мимо. Это меня пытается с удовольствием снять. Это салют просто. Ах, как хорошо. Уф. Да. Ладно. Редкое астрономическое событие. Салют в честь дырки в облаках. Сейчас бы мне мастер сказал: ты же сверловщик, какая дырка, отверстие. Но в этом случае это как раз таки дырка. Дырища огромная
очень замечательные в облаках. Побольше бы нам таких в ближайший сезон. Так, надо тут вытяжку, наверное. Вот, смотри, как хорошо. Ой, как хорошо. Наша щербатенькая, красивенькая луна. Ладно, короткий дубль у меня получился как-то не совсем короткий. Или совсем не короткий. Фу, аллилуйя. Вообще, как я соскучился. Только со смены. Прибежал 20-23 по Киеву. В Харькове дубль один завершен. Сейчас будем снимать на других разрешениях. 21 апреля 2021 год. Харьков.